Василиса Володина рассказала, какие знаки зодиака вытянут в августе счастливый билет. Известный астролог Василиса Володина подготовила прогноз для знаков зодиака на август, согласно которому многих из них ждут приятные встречи и события. Тем не менее, несколько представителей астрологического круга смогут вытянуть по-настоящему счастливый билет. Василиса Володина отметила, что лето – это прекрасное время не только для общения с близкими, но и для деловых встреч. Она посоветовала не пренебрегать открывающимися возможностями, чтобы не пожалеть об упущенном шансе уже осенью. Дева. Третий месяц лета станет прекрасным периодом для построения карьеры. Многие девы пойдут на повышение, а кто-то даже сменит профессию. Кроме того, будет много возможностей не только показать свои таланты, но и заработать на этом. Весы. Весы смогут достичь летом всех поставленных целей. При этом каждое новое достижение будет вызывать восхищение окружающих, а поддержка от близких подстегнет к движению в сторону новых высот. Стрелец. Стрельцы также добьются в августе всего, чего хотели. Получится завоевать авторитет на работе или стать предметом гордости для семьи. Одиноких представителей знака ждут судьбоносные знакомства. Не исключено, что даже обычный курортный роман перерастет в серьезные отношения. Рыбы. Для рыб пришло время начать зарабатывать на своем хобби. Тем, кто задумывался о своем бизнесе, пора начать воплощать мечты в реальность. По словам Глобы, неплохие доходы в будущем принесет развитие творчества. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!